Привет! Сегодня хочу поделиться вкусным рецептом открытого пирога с печенью. Минимум теста и много сочной начинки. Моя подруга недавно мне сказала, хоть я не люблю печень, но этот пирог теперь мой любимый. Если у вас цель накормить чем-то повкуснее своих родных и при этом не заморачиваться, тогда этот рецепт то, что нужно. Для начала приготовим тесто для пирога. Отмерим 200 грамм муки, просеем, добавим чуть больше половины чайной ложки разрыхлителя, половину чайной ложки соли, 100 грамм сливочного масла, только что из холодильника, натрем на терке и перемешаем с мукой. Добавляем 4 столовые ложки сметаны, у меня жирностью 20%, и замешиваем тесто. Не нужно вымешивать до однородности, главное собрать в один ком. Убираем тесто в холодильник, пока будем заниматься начинкой. Печень говяжья 500 грамм порежем кубиками большими. Я предварительно печень отдала кипятком, чтобы было легко снять пленку. Луковицу порежем кубиками. Берем глубокую сковороду, у меня фирмы Тайлер, диаметр 26 см. Внешнее покрытие устойчиво к высоким температурам и загрязнениям и долго сохраняет превосходный внешний вид. Утолщенное дно 4,5 мм позволяет добиться великолепного результата при приготовлении любых блюд. Кстати, сейчас в официальном интернет-магазине посуды Тайлер действует скидка 30% на выборочный ассортимент продукции, в том числе и на эту сковороду. Наливаем немного растительного масла на сковороду, кладем лук и сразу же кладем печень и обжариваем 2 минуты без крышки. Теперь закрываем крышкой и обжариваем еще 5 минут. Иногда перемешиваем, чтобы не подгорело. Снимаем с огня, даем немного остыть. Очистим лук. Для этого рецепта потребуется 500-600 грамм лука. И порежем кубиками. Берем еще одну глубокую сковороду, наливаем растительное масло и кладем лук. Обжариваем на среднем огне до полупрозрачности и легкой золотистости. Немного остывшую печень подсаливаем примерно половиной чайной ложки, добавляем черный перец. Перемешиваем. Пропускаем через мясорубку. Приготовим заливку. В миску разбиваем 3 яйца и взбиваем вилкой. Добавляем сметану 200 грамм, можно заменить на сливки, у меня домашняя сметана. Добавим немного соли, черного перца и перемешиваем еще раз. Заливка готова. Берем форму, у меня фирмы Тайлер, стилизованная под камень. Размеры внутренние 31,5 см на 25 см. Смазываем растительным маслом. Дно я застелила бумагой для выпечки. Тесто достаем из холодильника, раскатываем пласт и кладем на противень при помощи скалки. Делаем бортики. Первым слоем кладем лук. Затем печень. И заливаем заливкой. Ставим в духовку и готовим при 200 градусах 30 минут или ориентируйтесь по своей духовке. Достаем, дадим немного остыть и подаем к столу. Кстати, обратите внимание на тесто, это то самое мое любимое для пирогов, о котором я уже говорила вам не один раз. Большая просьба к вам, напишите в комментарии, будете ли печь пирог, если нет, тоже напишите. Для меня очень важно знать, какие рецепты вам нравятся больше всего. Если приготовите, не забудьте написать впечатление о рецепте. А я вам желаю приятного аппетита и отличного настроения. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк.